Жизнь в самоизоляции или новые возможности. Главная тема 2020 года стала главной и для традиционного медиа-ланча. Ежегодно встречу для представителей медийной сферы организовывает региональное отделение партии «Единая Россия». Участники обменялись опытом и рассказали, как работали в условиях пандемии. Блогеры, активисты медиасферы, представители СМИ и руководители общественных движений. За одним столом собрались те, благодаря кому люберчане получают информацию и с кем взаимодействуют непосредственно. Волонтерское сообщество, представители законодательной и исполнительной власти. Мы поняли, как жить в период таких пандемий. Научились беречь старшее поколение, потому что они больше всего этому подвержены. Попробовала все эти вопросы решать наша молодежь, что очень важно, и немножко потренировались, пощупали эту жизнь. Как изменился образ жизни, специфика работы и, самое главное, как подстроиться под новые реалии? Собственным опытом работы в пандемию поделились участники встречи. Среди тех, кто ощутил на себе все возможности режима ограничений – волонтеры. Люберецкий штаб не просто помогает нуждающимся, но и по своим результатам стал одним из лучших в регионе. В чем нам как раз соцсети как раз помогли, это набор волонтеров. То, как это нам облегчило работу. Журналисты люберецких и региональных СМИ поделились своими впечатлениями. Количество работы в пандемию у Акулпера возросло. Корреспонденты трудились в эпицентре событий. Противоположная картина сложилась у многих предпринимателей. Работать было нельзя, но как не потерять свое дело? Представители нежного бизнеса нашли способ сбыть продукцию. И в итоге никто не закрыл свои организации. Открылась платформа, онлайн-платформа «Профиль 24». Это уникальный проект тем, что это соединение Инстаграма и магазина «Озон». Через эту платформу все предпринимательницы, предприниматели могли заходить, регистрироваться и предлагать там свои товары и услуги. Также медийщики послушали советы экспертов. Для них устроили мастер-классы по журналистскому и блогерскому мастерству. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.